Во всех населенных пунктах страны 1 сентября можно видеть большое количество нарядно одетых первоклашек, шагающих с букетом цветов в школу, где для них проводятся торжественные линейки, посвященные началу учебного года, а также уроки мира, ставшие уже традиционными. В ходе праздника звучали песни и стихи от первоклассников и выпускников прогимназии «Сказка». Мне исполнилось 7 лет, и меня счастливой нет. Посмотрите, что за чудо, первоклассный мой букет. Все завидуют невольно, повзрослевшей детворе, и гремит звонок на шумном школьном праздничном дворе. От лица всего педагогического состава по традиции выступила заместитель директора по учебной работе Вера Гущина и пожелала учащимся хорошего учебного года. Для вас открывается новая страничка вашей жизни – школьная пора. Хотелось бы, чтобы она была наполнена удивительными событиями, полными знаниями. Потому что школа – это все, это жизнь, это ваши новые друзья. Желаем вам здоровья, терпения, сил и энергии. 1 сентября – праздник начала учебного года, прежде всего для учащихся студентов и педагогов. С особой торжественностью встречают первоклассников, которые переступили впервые порог прогимназии «Сказка». В качестве почетного гостя от лица руководства города на торжественной линейке присутствовал заместитель начальника городского управления образования Иса Чергизбиев, который поздравил всех присутствующих с этим знаменательным событием. От имени управления образования искренне хотелось бы поздравить всех школьников с первым днем учебы, 1 сентября. Чествовали этот день у нас на высоком уровне. Хотелось бы поздравить первоклассников, поблагодарить организаторов этого мероприятия за столь четкое проведение мероприятия. В первый день ученики первых классов будут ознакомливаться с новой школой, педагогами и одноклассниками, а также постепенно с учебным процессом. Кроме того, немаловажным этапом является знакомство с первым учителем, который для них станет наставником в их начинаниях. Традиционно по завершению праздничной линейки, посвященной Дню знаний, прозвучал первый звонок на урок. Бурлия Цамбиева, Абдулла Алиев, информационная программа «Пульс».